Более 1000 студентов каждый год ждут областную универсиаду с нетерпением. Для них это возможность показать свое мастерство, силу и выносливость. В этом году 55 лет исполняется Ульяновскому училищу Олимпийского резерва. К этой красивой дате и приурочена универсиада 2023 года. Универсиада – это прекрасный повод собрать всех вас вместе. Это шанс для того, чтобы проявить непоколебимый спортивный дух, высокое мастерство, упорство и уважительное отношение к своим соперникам. Это возможность для молодых спортсменов заявить о себе. Для кого-то это начало необыкновенного, большого, но непростого пути, который называется профессиональной спортивной карьерой. Областная универсиада проходит с 2002 года. В этом году студенты 5 вузов и училища Олимпийского резерва поборются за медали и призы в мини-футболе, баскетболе, лыжных гонках, плавании, волейболе. Также соберут и разберут автомат на время, постреляют из электронного ружья. Организаторы стараются с каждым годом улучшить проведение состязаний, чтобы и спортсменам было комфортнее, и призы были ощутимее. И с этого года мы приняли решение, то, что открытие, церемонию закрытия мы будем проводить масштабно, чтобы было достойно самим студентам, ректорам, чтобы было достойно проводить своих ребят. И также мы приняли решение, как Министерство спорта Ульяновской области, увеличить грантовую поддержку по итогам универсиады. То есть сумма за победу, за итоговые призовые места, она кратно увеличивается. Универсиада привлекает студентов все больше и больше заниматься спортом. Накануне открытия состязаний на совете при губернаторе подвели итоги 2022 года. Он, напомним, был объявлен в регионе годом студенческого спорта. Ушедшие 12 месяцев были насыщены на активные события, но это не конец. Планы по развитию студенческого спорта расписаны до 2024 года. Акцент делается на специальных клубах, привузах и средних специальных учебных заведениях. Перечень поручений президента следующий: к 2024 году 100% создания студенческих спортивных клубов. То есть не 98, 99, 100% к 2024 году. Понятно, что сейчас по всей стране, со всех регионов, со всех университетов идет отчет о том, что они создаются. Мое экспертное мнение, я достаточно так погружен в то, как они создаются, что это за клубы, какая у них история. Это, естественно, все тоже требует времени и достаточно неоднородно. Областная ежегодная универсиада не ограничится несколькими днями. Состязания будут проходить с февраля по май на различных спортивных университетских площадках. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.